В заботах и проблемах жителей Десногорска готовы принять посильное участие не только местные власти. Недавно у горожан была возможность высказаться сенатору Смоленской области. Чиновник посетил город атомщиков 16 октября. Как это так? У меня свидетельство о собственности, все, и вдруг... И вот и это длится с 18 года. Горожане разного возраста и профессии. У каждого из них свои жизненные ситуации, справиться с которыми в одиночку они не могут. Как быть и что делать? Эти вопросы они могли задать лично Сергею Леонову в штабе партии ЛДПР в Десногорске. Если будем там в этом районе ездить еще, обязательно посмотрю, что там происходит с этой дорогой сам. Вот, и с главой будем решать этот вопрос. Одна из главных тем последнего времени – строительство магазина во втором микрорайоне. Администрация города, инициативные жители и сенатор Сергей Леонов продолжают противостоять новому объекту. Глава города высказал свою решительную позицию, что будут добиваться вышестоящим суде решения этого вопроса. И посмотрим, что решит далее суд.